открылся новый пассажирский терминал в аэропорту, и вы там были, как бы открывали. В свете развития туризма это очень важный шаг. Вот как вы прокомментируете такие ворота новые в город? Это важно не только в свете развития туризма, но и деловых связей, потому что нередко при общении с нашими партнерами, инвесторами с Москвы и Петербурга мы сталкивались с такой проблемой, что для поддержания деловых связей все-таки на поездах это достаточное время и не очень удобно. Конечно, все ждали с нетерпением открытия авиасообщения Петрозаводска в первую очередь с крупными городами нашей страны, но и для туризма, семейного отдыха это тоже, несомненно, очень важно. И в конечном итоге это будет развивать и экономику и города, и республики, потому что точно так же туристы и к нам приезжают, и мы в этом году уже видели в стесненных условиях отсутствие возможности выезда за рубеж. Петрозаводск и Карелия оказались очень популярными местами отдыха, и гостиницы у нас забронированы уже и в сентябре, и в октябре. То есть действительно не хватало еще такой вот изюминки, это собственного аэровокзала у нашего аэропорта. И тут огромная благодарность Государственной комиссии под руководством Николая Платоновича Патрушева, лично Рашиду Гумаровичу Нургалиеву. Он буквально вытащил этот объект, и это казалось нереально. Но аэровокзал в 4 раза больше площади, чем было ранее, с современными оснащениями. Ну вот, собственно, ощущаешь себя в таком европейском аэровокзале, либо столичном, возможно, более компактном, но очень достойном. Но я бы даже акцент поставила не только на вот появление аэровокзала, очень важная составляющая, но современного и безопасного оснащения взлетно-посадочной полосы. Потому что при проектировании полосы, при ее ремонте учитывались все последние авиационные катастрофы, те нюансы, которые вот приводили к этому, и, собственно, вот все меры безопасности, они были применены для оснащения нашего аэропорта. Поэтому, я думаю, два ключевых фактора, помимо того, что окно в мир у нас появляется, это еще и безопасное окно, поэтому будем рады и гостям в городе Петрозаводске, и с удовольствием сами будем путешествовать. А вот туризм – это серьезный ресурс для нас будет? Тут, конечно, сфера услуг получает дополнительные прибыли, и общепит, и гостиничный бизнес, и торговля. Это, соответственно, налоги, которые поступают и в городскую, и республиканскую казну. Конечно, мы это ощущаем и уже ощутили даже вот в настоящее время. Это без аэровокзала, а теперь уж в таких условиях будем рассчитывать на еще больше пополнения городской и республиканской казны.